Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з представниками різних професій. Історія сьогоднішнього нашого героя дуже цікава. Отож, давайте не будемо гаяти часу, а познайомимося з нашим героєм. У мене дуже багато професійних секретів. Я недавно насчитал, что я только профессии поменял больше 20, и в каждой из них я был успешен, но так сложились обстоятельства, что из одной я перетекал в другую и так далее, и так далее. Я и строю хорошо, у меня навыки строителя, то есть я дома себе ремонт могу, и могу, и сделал дома, я сам же с Луганска, а вот я себе в квартире ремонт делал сам. И менеджер у меня, хорошие навыки, я больше 7 лет руководил коллективом крупным на шахте, как бы тоже довольно успешно, я считаю, что люди до сих пор, мы созваниваемся на такой, я добрый менеджер, да, есть злые начальники, а я вот такой, как это называется, лидерский, да, вот не нагрузить кого-то, а показать, дойти самому, а потом показать, как должно быть, вот это важно. Ну и вообще, очень, знаете, нет никаких секретов, секрет один, надо постоянно учиться, учиться и не сдаваться. Я сюда выехал с пакетом вещей, сразу начал искать себе работу, устроился на завод, не пошло, мне не понравилась, очень маленькая зарплата, ну, завод не завод, там фабрика по переработке семечки, не суть. Ну, вот, потом начал давать объявление, что сделаю сантехник и буду делать автономное отопление, очень много работал в области, в принципе, тоже очень успешно. В прошлом году мы закрыли год, ну, наверное, с цифрой 460 тысяч, это так, к слову, да, сколько может зарабатывать сантехник своими руками. И я очень много работал. И потом 14 февраля я приобрел для супруги вот этот ресторан по сходной цене. Мы вложили сюда все последние деньги, которые мы заработали здесь, все до копейки. И сейчас пытаемся из этого убыточного заведения сделать нормальное место, потому что тот подход поваров, который здесь был, он неприемлем. Здесь мы прежде всего нацеливаемся на качество, то есть чтобы люди оценили. Это должно быть вкусно, это должно быть только свежие продукты, это важно. И это должны быть продукты такие, которых я знаю поставщиков. Мы не возьмем абы у кого, абы что. Олександр Гаргалик спробував себе у багатьох напрямках, але зараз вирішив зупинитися на професії кухаря. З посмішкою пригадує свою першу страву. Я його пам'ятаю, цей день, на самом деле, это было не мое решение, да, у меня заболел повар, а у нас был договор на то, чтобы покормить журналистов канала 1+1. Приехали ребята, у нас был готов бизнес-ланч, это, на бизнес-ланч это обычно такие домашние блюда, которые, ну, в состоянии приготовить мы все. А вечером мы думали благополучно по-тихому закрыться и идти домой, потому что блюда все сложные, ресторанные, и опыта приготовления их у меня не было. Вот. И пришли ребята, и он говорит: не, мы бизнес-ланч не хотим, дайте меню. Ну, знаете, как уже есть такое, что мы начали работать, я дал меню, он выбирает грибной крем-суп и овощную паэлью. И то блюдо я не готовил никогда в жизни. Я звоню на кухню, маме говорю: вы опуститесь вниз, ну, присмотрите за залом. А сам, поднимаясь по ступеням лестницы, созваниваясь с поваром, я говорю: давай мне быстро в телефонном режиме рассказывай, что, как готовить полностью, все вот, что, почем, как будет происходить. Поднимаясь на кухню, и, к своему удивлению, я приготовил вкуснейший крем-суп. Вот, и точно так же, по его объяснениям, с ножа я приготовил овощную паэлью. Гордость распирала просто неимоверно. Это был такой, была такая победа. Вот. И я тогда понял, что в принципе, ну, повар – это человек, который, он должен быть скрупулезно следовать инструкциям. Это чтобы все получилось так же. И талантливый повар – это тот, который уже все умеет делать хорошо, но он уже понимает, для чего он это делает, то есть обучается. Это был март месяц у нас, да, в марте месяце. І так само може похизуватися своїм найнезвичнішим витвором. Ви знаєте, для мене зараз любое блюдо необычне, тому що ще буквально півгода назад я не думав взагалі, що я буду готувати. І для мене я в себе це відкрив, вот, пользуюсь там временем свободным тем, что постоянно готовлю для себя, для семьи, всем нравится. Из всего необычного, что создавал, это порция жареной картошки в виде розы.
соус «Цезарь», когда мы взяли готовить классику, вот я купил себе настоящий «Ворчестер» английский специально для этих целей. И именно тот «Ворчестер», который имеет право называться «Ворчестером», мы взяли. И да, соус получился очень-очень легкий, я, наверное, вкуснее не пробовал, он реально получается вкусный. Да все повара самоучки, знаете как, сюда приходит очень много дипломированных специалистов, и они вообще ничего не знают. Я не знаю, чему их учат в училище, то есть наша система образования вот просто в топку. Ни один диплом не соответствует действительности, у нас выходят бездарные экономисты, у нас выходят абсолютно несуразные водители. У нас выходят абсолютно бездарные повара. Человек становится специалистом тогда, когда он не один ресурс перелопатит, и тогда он вычленит то, что ему нужно, и он тогда станет специалистом. Не надо бояться пробовать. Вот. Это не только для поваров, это всем. Все люди всегда переживают, кто что скажет, кто что подумает, а как я буду выглядеть. Да никак ты не будешь выглядеть. Пока ты не начнешь что-то делать, не станешь в этом деле специалистом, ты никак не будешь выглядеть. Оценивают только тогда, когда ты уже стал специалистом. А пока ты не стал специалистом, над тобой будут подшучивать, издеваться, говорить тебе какие-то несуразные вещи. Ну, знаете, это раньше можно было, да, там, учиться у старших. Сейчас в этом нет необходимости. Сейчас в нашем кармане глобальная паутина, которая всегда к тебе подключена. Ты любое знание, любое блюдо можешь оттуда вытянуть. Ну, вот пример такой. Вышел повар, пришла рыба. Из рыбы надо вынуть кости. Раньше бы надо было идти там к маме, спрашивать: мама, а ты вот рыбу как... Ну, все бы сделали так, да, или там кому-то звонить. Сейчас не надо. YouTube. Как отфилировать правильно рыбу? Больше 20 роликов. Выбрал такой, какой тебе нравится, посмотрел, повторил, и все. И ты уже специалист, у тебя появился какой-то опыт. Повар должен вот просто понимать одно, что любая его работа оценивается по конечному результату. То есть на каждом этапе он должен отдавать себе отчет, что любой продукт, который он положил в блюдо, может быть смертельно опасен. Особенно сейчас, в век каких-то модифицированных продуктов, неизвестно, как ведут себя даже те же самые бананы генно-модифицированные, которые полежат больше срока, да, то есть это прежде всего ответственность. То есть повар должен отдавать себе в отчет, что он кормит людей, что он не просто так пришел на кухню, там где-то побежал какой-то таракан, и неважно, что он там побежал, он должен заставить меня, как хозяина, да, эту кухню вылизать. Вот что мы и сделали, да, на своей кухне. То есть кухня должна быть вылизана, вычищена. Если это моющее для рук, для посуды, то оно должно быть с дезинсектором. Если это досточки, то они должны быть вот такие вот. Это именно потому, что повар должен быть ответственный. Не я должен его заставлять это делать, а он меня. Он должен встать вот так вот в позу, включить этот самый свое недовольство и сказать: я не буду готовить до тех пор, пока вот это в таком состоянии. И тогда везде будет порядок. Есть такой Гордон Рамзи, это очень хороший кулинарный эксперт. У него очень интересные передачи. Вот, допустим, «Пекельна кухня», да, которая в Украине шло шоу, оно было слизано с британского шоу «Один в один», которое вел вот он. И он очень толковый специалист, у него очень много от него я почерпнул на кухне, очень много. Я вот взахлеб слушаю, понимаю, что надо. Вот стейки мы готовим, я специально по совету, то, как он рассказывает, что у него на кухне, мы купили стейк-станцию, да, которая проверяет температуру внутри мяса. Но чтобы не ошибиться, у меня нет опыта, я не могу по шкварчанию мяса на сковороде сказать, что там у него внутри. А эта штука конкретно пищит и говорит: Санек, все, вот медиум, готово. И когда человек, ну ты выдаешь мясо, человек разрезает говядину, да, и она розовая, он говорит: оно с кровью, я такое не ем. Я говорю: извините, это вы просили медиум прожарку, это прожарка медиум, она в ней 72 градуса, стейк-станция показала, это именно эта прожарка. Если вам, ну, не нравится такое блюдо, вы сами не знали, что вы закажете, без проблем мы дожарим. То есть мы не идем на конфликты, но с аппаратурой не поспоришь. Прямо зараз потрапляємо в свята і святих будь-якого ресторана – на кухню. Для того, щоб познайомитися з кухарем по-справжньому, кажуть, потрібно з ним приготувати блюдо. Цим ми зараз і займемося. Олександр, що ми сьогодні будемо готувати? Ми сьогодні будемо готувати грибний крем-суп. По нашій рецептурі, це наш уже рецепт, він родився здесь, в стінах
нашого сімейного ресторанчика. Я Олександру буду сьогодні допомагати, такий повар на підхваті. Ми будемо готувати і спілкуватися. Я вам буду задавати запитання, а ви в процесі будете на них відповідати. Ну що, я готова, я думаю, ви теж поїхали. Давайте ми спочатку ви візьмете курочку, да, це куріне філе. Оно вже взвешено, там його у нас порядка 50-80 грам. Вот, берите и нарезайте его просто, ну, соломкой. Я пока в этот момент порежу грибочки. Профессия повара, оказывается, она довольно-таки интересная. В ней очень много есть, ну, куда расти, да, планку можно подымать и подымать. Почему? Потому что, ну, очень много сейчас передач, очень много различных продуктов вошло в нашу жизнь, которые раньше было достать тяжело, да? Вот готовилась раньше колбаса, и называлась она просто колбаска. А сейчас в нее там можно добавить различных специй, всего-всего-всего-всего, и будет уже совсем какой-то мясной рулетик, очень необычный. Дуже цікаво дізнатися, як проходить робочий день кухаря, оскільки у котрій він розпочинається і що взагалі варто робити. Вы знаете, если бы я был здесь только поваром, возможно, мой бы рабочий день начинался часам к 10. Но так как я здесь занимаюсь, знаете, своеобразным такой, своеобразный фетиш выбрать продукты и так далее, вот обязательный момент, да, вот даже вот эти грибочки, видите, шампиньоны бывают закрытые и раскрытые. Вот это шампиньончики закрытые, то есть это свеженькие грибы, которые придадут супу легкость и белость. Если бы они были уже раскрыты, это были бы более дешевые грибы, да, купленные на рынке, грибной крем-суп у нас бы получился, ну, скажем так, слегка земельного цвета, и вы бы вряд ли хвалили бы его и хотели бы его кушать. Кстати, можете попробовать еще два грибочка подрезать сюда же. Почему резал вот так? Да, вот выбрал себе несколько грибочков, видите, из центра. Вот, вот такие вот одинаковые. Это то, что пойдет на украшение нашего супа. Теперь все ингредиенты треба просмажити, додати вершки, трішечки водички та взбити все блендером. Далі висипаємо нашу страву в спеціальний посуд для крем-супів. Кажуть, що один із секретів – треба готувати страву під час її приготування. Я не можу цим не скористатися і обов'язково зараз скуштую. Доволі смачно. Смачно у нас виходить, поки я куштую, ми прикрашаємо. Наш вершково-грибний крем-суп готовий. Готовить – це математика. Тобто складувай, умножай, ділі. Все математика. Готовить – це просто. Придержуйся рецептури. Рецепти ж для цього і пишуть.